Неделю назад в полицию поступил тревожный звонок. За отворотом от стелы Соликамск в лесу найден обгоревший автомобиль УАЗ и труп мужчины. Следственным отделом по городу Соликамск возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчина был обнаружен в лесном массиве в районе деревни Селянка. Мужчина был полностью обгоревшим, однако судмедэкспертизы было установлено, что его перед поджогом застрелили. В течение 2 дней следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции был найден возможный убийца. В настоящее время лицо, изобличаемое в совершении данного преступления, находится под стражей. Производятся следственные действия, направленные на установление деталей случившегося. На данный момент следствием уже установлено, что убийство произошло из-за того, что мужчины не поделили место охоты. В ходе конфликта и произошло убийство. Остальные факты будут известны после передачи уголовного дела в суд.